смысл продажи вот этих токенов состоит в том, что ты карточкой чиркнул, и, во-первых, ты знаешь, сколько выпьешь, во-вторых, тебе не надо больше деньгами рассчитываться с каждым конкретным местом, где ты хочешь там заполнить стакашечку свою. Довольно удобно. Санта-Крус – это город художников, город музыкантов, это артистическое место, поэтому такой вот Wine and Arts Festival здесь кардинально отличается от того, что вы можете найти, там, скажем, в небольших городках, вот, например, в Лос-Алтос такой бывает. Туда люди съезжаются, безусловно, там даже со всей Калифорнии съезжаются. Но это не то же самое, что здесь, где они просто живут в таких количествах, в которых вы их никогда не найдете на таких маленьких, локальненьких мероприятиях. Вот. Тут люди не только рисуют, но еще фотографии многие делают. То есть, ну вот посмотрите, какие мишки хорошие. А? Да, а это типичные наши пейзажи в лесу. Видите, тут редвуды, машинки. Да, те, кто здесь ездит по дорогам, они видели все это. Да. Очень здорово. А вот здесь фотография Pleasure Point. Видите, $350, 30 на 38 дюймов фотография. Мы с вами там гуляли неоднократно. Да. Такие вот местные калифорнийские. А это, друзья, так называемый Garden Art, то есть такое искусство для садика. Ведь тут на металлических трубках, таких латунных, вот такие цветы по $125. Цветочек. Тут вот такое стекло. Ой, какая ваза обалденная. Боже, боже, какая красивая ваза. Я спросил девушку, как они плавят стекло. Она говорит, что у нее есть такая печка, называется фернес. Значит, и там 2100 градусов температура. И вот у них есть, они с мужем вместе это делают. Но вот эта штука гораздо тяжелее. А вот, друзья, вы видите людей, которые делают одежду, такой свет. Можно сказать, что это как бы бутиковое такое? Ну, это не бутиковое. Видишь, они, скорее всего, принты делают. На обычную майку берут и делают красиво с виноградом. И принты. Недорого, кстати, да. Вот мы видим люди с винодельни Алфара. У них тут, значит, разлив идет. Четыре вина имеется. Шардоне у них тут. Пино Нуар, Зинфандел, в общем, вот так. Здесь венцом можно переложиться. А вот это на металлические, это металлические принты. То есть они на листовой металл делают вот такие, ну, как бы печатают свои фотографии. Очень красиво. Вы знаете, оно блестит. Невероятно красиво смотрится. И вот тоже такой образчик металлического принта. Вот они хотят за это $1900. Где-нибудь в галерее будет стоить намного дороже, потому что в галерее там еще комиссия идет самой галереи. А здесь они платят, там, допустим, $300-400 за право вот, поставить свой лоточек. Вот, и это все намного дешевле. Так что можно так смотреть. Видите, открыточки люди продают тоже со своих работ. Это очень принято. А вот еще винодельня, пожалуйста. Называется Науман. Да. Тоже можно подойти и опробовать отоварить свой талончик. А это для творческой кухни. Видите, тут и повесить, и скатерочку положить. Вот, и сумочку красивую. Разные виды искусств существуют. Я хочу сказать, что популярно, я смотрю, принты на металле. Смотри, вот уже третий по счету вот на очень
небольшом расстоянии, которое мы успели пока пройти. Очень здорово смотрится. Очень красиво, они блестящие, они современные такие. Ребята, гляньте вот на это, а? Ничего себе. $1200 он хочет за картинку, она большая достаточно. Это просто невероятное что-то. Вот. Хотя вы можете, конечно, взять маленькую, вот они здесь стоят, видите. Можно маленькую взять, это будет намного-намного дешевле. Тоже довольно интересно, так они сделаны. Это на холсте. И так, как-то специально блекленьким таким. А вот, друзья, гончарное искусство. А это, друзья, арбузик. Артистически вырезанный арбузик. И не только арбузик. Человек приходит, и вот там вырезает из дынки. И вот тут фотографий много, и внутри много. Они попросили внутри не снимать. А это резиновые такие изделия. Это вот мячики. А вот еще винодельня. Их тут много-много в наших краях. Это штук 80, по-моему. Не на ярмарке, а вообще. Вот еще у нас тут горшочники мастеровые. Люди любят украшать жилище. И керамика, конечно, это важная вещь. Светлана говорит, что такого бы себе не повесила. Но я хочу сказать, что... Я вовсе не претендую. Светик, я тебе скажу, вот это вот, смотри, стоит на земле. Яхта с разноцветными парусами, она совершенно очаровательная, нет? Ну, еще раз, оно само по себе очень красивое, красочное, все, но оно должно подходить к интерьеру конкретному. Поэтому... Я согласен. Ну, вот скажите, что петушок не очаровательный. Или вот эти цветочки. Нет, ребят, я не знаю, я, может быть, извращенец, но буквально с этого дела тащусь. Вы видите, ребята, работу по металлу. Смотрите, как там много цветов, вот такая лошадка. А вот, Светочка, отойди, пожалуйста. Это, очевидно, выжигает. Давай, я покажу справа вот эту. А это такая... Не чеканка. Это не чеканка. Это они из металла мягкого вырезают... Алюминий. Они вырезают, вот вы видите, фактуру. Вот как это сделано. Смотрится совершенно невероятно на расстоянии, когда так вот... Давайте я отойду. Завораживает. И вот, на самом деле, вот там у него тоже, смотри, такая большая. Вау. Вот это. Мне, конечно, очень нравится вот это вот, где белый с желтым металл. Это на Шагала похоже. Ну, я думаю, что это как, ну, бы как, смотри, не было задачи такой. Ну, вот скажи, вот где такое можно повесить, скажи, Света? Ну, опять, что такое где? У ну, нас ну нет, ты человек, который как бы декоративно смотрит на искусство, нет, да, так как бы для украшения интерьера. В нашем доме почему мы повесим? Да. С высокими потолками, красиво. Да, друзья, заводите высокие потолки, чтобы такое поставить. Не знаю, сколько стоит, не написано. Это тоже на металле все. Посмотрите, вот это все тоже на металле. Очень красиво. Очень красиво. Такое сочетание абстрактного с обалденным, вот я бы так сказал. Не могу сказать, что нарисовано, но могу сказать, что обалдеть. Вот этот мощный человек. Тут очень много маленьких таких павильончиков с ювелиркой. Я не рискую их снимать, потому что обычно ювелиры исключительно болезненно относятся к тому, чтобы снимали их продукцию. Я раньше с этим сталкивался. Вот маечки, значит, вручную покрашенные. Пожалуйста, $45-$55. Рубашки, платья женские. Это фактически такая бутикового качества вещь. То есть, если у вас есть одна, то больше ни у кого такой нет. Она всего одна и есть. Такая куриная тематика.
Светлана разговаривает, значит, с художником и говорит, где ты видела всех этих цветастых петухов-то? Она говорит, а я, говорит, в Ватсонвилл хожу на County Fair, как раз вот в среду начинается. Вот, и там они, эти петухи, и вот она там про них все знает, про этих петухов, их там много, они такие красивые. Вот, и это все, ребята, реальные петухи, которых она сфотографировала. Вот это все реальные петухи.